Вот такая посылка пришла сегодня от Бузара. Нужно протестировать линзы Алькон. Я заказывала линзы для себя и для трех своих подруг. Одни линзы я уже дала на 4,75. Здесь имеется такая классная рамка для фотографий в подарок. Ну, естественно, это все не для продажи. Вот еще есть линзы, которые я взяла для своей подруги Юли, 2,75. 4,75 я уже отдала девушке одной знакомой, потому что у нее большой минус. Это я взяла для своей сестры, минус 1 и минус 1,25. И вот такой пришел. Оптифри средство увлажняющее, да? У меня, я как раз пользуюсь таким. Беру пачку, обычно побольше. Это такая средняя, да? В ней идет, ну, как обычно, в подарок чехол для линз. У меня, поскольку есть такой, даже лучше, я брала себе со специальной там пипеткой, с приспособлением, чтобы линзы легче было извлечь из него. Поэтому этот я спокойно подарю тоже своей подруге, которая берет линзы 2,75. Она ни разу линзами не пользовалась. Я думаю, для нее и это средство, и этот футляр будет очень полезно. Так, и вот мои линзы, в принципе. 1,75, которые я уже вскрыла, в которых будет более подробный видеоотзыв. Сейчас покажу, как они выглядят. Так, секунду. Небольшая техническая задержка, да? Вот так выглядит сама линза, сама линза. Угу. И роптикс. Угу. Ну, естественно, тут написано, что они не для продажи. Срок замены линзы 1 месяц. 1,75. Ладно, всем спасибо, всем пока.